Мы проводим в Москве и Казани в эти дни российско-германский семинар для специалистов по работе с молодежью по теме «Профилактика радикализма в молодежной среде». Это наш второй опыт. В прошлом году мы провели первый подобный семинар в Германии. И сейчас немецкие коллеги приехали к нам с ответным визитом. Наша задача – вместе обсудить эту уникальную тему. Мы очень рады, что у нас есть возможность в рамках нашей программы и посетить мечеть Ердем и познакомиться с деятельностью вашего фонда, потому что действительно вклад общественных организаций, он неоценим в сфере профилактики радикализма в молодежной среде, потому что это может быть более близкий контакт к молодежи, нежели по линии государственных органов власти. Зачастую так бывает, и об этом мы тоже говорили сегодня на семинаре. И в рамках семинара мы хотели бы познакомиться с опытом вашего фонда вот по той теме, которая нам тоже близка.